собственно говорится. Хороший, но я не пойду на песок. Пойдем вон еще походим по этим. Слушай, нам через часик дадут номерок? Нам уже дадут номерок, она сказала тогда, через час пойдем. Переоденемся и мы сюда вернемся. Да. I'll be back. Тут, конечно, как после войны писали, да? Да. Все лежат, как наши на лежбище. Да. Просто вообще. Ой, кстати, друзья, вот. Или, слушай, на экскурсию ебанем. Пошел ты с той экскурсией. Ненавижу экскурсии. В такую жару, что солнечный удар. Верблюдов возьмем каких, покатаемся по пустыне. Нахуй, коней. Там этих квадроциклов. Что там еще можно? Где? Я еле двигаюсь. Мы устали все-таки уже больше. Не хочешь? Нет, давай экскурсию. Зай. Гулять так гулять. Пять экскурсий возьмем за 7 дней, которые в 4 утра. Давай? Спасибо. Не, не хочешь? Я тогда не поехал бы никуда. Серьезно. Серьезно. А вы любите, ну, как бы вот такой отдых? Типа там коктейльчик, пляж, шезлонг? Или же все-таки какие-то типа экскурсии?